Роботы, навигаторы, андроиды, конструкторы. Предстоящие соревнования по робототехнике обсудили на совещании в бизнес-инкубаторе. Открытое первенство Северо-Кавказского федерального округа среди детей инициировано Министерством образования и науки республики. Проведение мероприятия по робототехнике запланировано на конец апреля. По словам замдиректора Республиканского центра детского технического творчества, такие конкурсы проводятся ежегодно. Самые талантливые юные разработчики выезжают за границу. Организаторы встречи отметили, что дети с особым интересом учатся и узнают что-то новое, а их открытия будут востребованы на всех технических производствах. Робототехника – это наука будущего, и с каждым годом она развивается все больше. В рамках первенства будут состязания роботов по 8 видам, будут мастер-классы, образовательные программы и презентации производителей робототехнических конструкторов со всей российские и зарубежные тоже. На самом деле робототехника бывает очень разная, но вот на этом первенстве у нас в основном будет спортивная и на базе конструкторов Lego, это датская компания.